Метр, официальный вес 77,4 килограмма. 28 years old, official weight 77.4 kilograms. Его профессиональный рекорд 48 боев, 28 побед, 20 поражений. And his professional record 48 bouts, 28 victories and 20 defeats. Чемпион Бразилии по вольной борьбе, двукратный чемпион Бразилии по дзюдо, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу. Freestyle wrestling Brazilian champion, two-time champion of Brazilian judo, three-time bronze prize winner, championship of the world in jiu-jitsu. Дамы и господа, из Бразилии, from Brazil, Ari Marcel Chocolate Santos. И его соперник справа от меня в синем углу ринга. Бойцу 23 года. Рост 178 сантиметров, вес 76,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 боев, 15 побед. Двукратный чемпион мира по боевому самбо. Победитель восьмерки Атриум Москва. Чемпион турнира «Золотой кулак Россия». Воспитанник спортивного клуба имени Базарганова. Представляющий команду «Комбат Добро». Из Дагестана встречайте Хабиб Нурмагомедов! Рефери боя Андрей Ковалев. Пожали руки, press your hands. Слушаем мои команды. Listen to my command. Не хватаемся за канат. Don't take ropes off the ring. Не бьем по затылку. Don't punch back of the hand. Good luck. Ари, confia, pô!
fight hard. Итак, дамы и господа, поединок остановлен через 3 минуты и 33 секунды первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал, and your winner by technical knockout victory, Хабиб Нурмагомедов!